Hyundai Sonata 2005 год. Произвожу ремонт. Значит, снял дроссельную заслонку, снял датчик, там обрыв провода на скоростном как раз передачи, потому что плюс-минус, то есть питание датчика есть, а передачи данных у нас нет. Провод в обрыве. Вот, прям на фишке. Фишку уже владелец купил, приобрел. Далее снял, чтобы открутить свечи, но свечи подзакисли и своей трещоткой, вот этой. У меня маленькая, я не могу их сдернуть, то есть надо побольше усилия, большую трещотку. У меня пока ее нет просто в наборе. Вот, сейчас владелец возьмет торцевой ключ на 21, попробую им сдернуть и поменять свечи. Провода он уже поменял, вот, катушки я пока не проверял. Вот, далее буду все собирать и уже проверять все, как положено должно быть, ну, как должно работать. Да, ребят, когда при снятии чего-либо, если вы, чтобы потом не забыть, всегда рекомендую записать это на видео, отфоткать, какой-то фотоконтроль сделать, для того, чтобы потом не перепутать и чтобы у вас ничего не накрылось. Вот я зафиксировал, с какой стороны что будет, и аккуратно потом все это собрать на место. Так, один у нас подогрев. Так, сюда. На эту. Второй подогрев идет сюда. С этой стороны. Дроссель так стоит. Так, здесь у нас... Пищалка сюда. Угу. Так, датчик положения дроссельной заслонки. Датчик холостого хода. Так, один у нас сюда. Идет сюда. То есть вот тут получается так. Здесь. И второй подогрев сюда. Сюда. Все. Так, все отмыл чистенько. Теперь надо датчик холостого хода установить на место. Ну, желательно прокладку заменить, но ее нету. И пронита нету у меня. На герметик прокладочный что-то у меня нет желания сажать ее. Он мне говорит, ты говоришь, знаешь, так, что сделать? Просто питание. Возьми, говорит, вот так вот потяни все. За провода, говорит, на фишке. И посмотри, говорит. Может, говорит, такое. Черный у нас. Черный по центру, красный минус. Так, здесь у нас получается, если смотреть на фишку, получится красный по центру минус и управление вот здесь. Серебристый контакт. Управление. Дроссельную заслонку для промывки. Вот я ее уже промыл. Показал, что датчик холостого хода тоже промыл. Посмотрел, скорость не показывал, снял скоростной датчик, начал крутить, ничего не показывает. Когда устанавливал, увидел обрыв провода, который импульсный, ну, для передачи данных. У нас получается вот это минус, здесь один минусовой, здесь постоянное питание, а вот этот импульсный передачи данных, он был отломан на фишке. Владелец сейчас идет покупать фишку, вот. Я тем временем буду менять сейчас свечи. Тут получается у нас две катушки установлены на свечах. Здесь одна и здесь вторая. Головки у нас получается на 10 ключ. Сейчас отключаю. Питание, соответственно, я отключил. Здесь отключаю и меняю свечи. Ну вот, ребят, завершил диагностику Hyundai Sonata. 2005 год. Все, дроссель адаптировался. Он ну, у него происходит самоадаптация. То есть машина должна поработать 10 минут. Никакого диагностика не подключайтесь, не делайте, не скидывайте. Все, он самоадаптируется. Все нормально. Датчик скорости заработал. Потому что я восстановил контакт. Все помыл, все почистил. Все работает исправно. Осталось по этой машине заменить свечи и заменить кислородный датчик. Ну и плюс датчик температуры еще поменять. Так что клиент еще раз приедет, и уже можно еще заработать.